which one ballot, which one tema, what do you believe logically? Just believe or logically believe? Which one you believe? Which one perfect? Tema, like ballet. Who is ballet? Shakyamuni Buddha? Or who is ballet? Logically or really perfect or not perfect? We research which one ballet. Yeah, that logic look like that. Вот эта логика направлена на того, чтобы взрастить в себе веру, и чтобы эта вера была основана на анализе. Логическая, то есть проверить самого себя, логический вид веры у нас, или просто вера у нас, так называемая слепая вера. И кто совершенен, кто достоверен? Будда достоверен и является истинным эталоном, либо там, Брахма, допустим, является эталоном. И мы анализируем, берем Будду или Брахму и анализируем его вот с точки зрения логики, достоверности познания. Yeah, Madhamika said, which one reality? Madhamika, you know, Uma. Uma checking which one reality. That ballot cognition checking which one ballot. Which one reality, which one ballot. yeah, good, but we need reality, we need ballot. Which one you believe? You need proof, perfect proof need. Otherwise, just I believe, I like believe. That is a blind belief. non-logically, or yumtsen mebe yiche. Tandazi yumtsen tsema. Purup also ballet purup need. Yumtsen yon tsema goi. Yumtsen. Yumtsen yona digi. Yumtsen tsema. Yiche tsema. Ah, ты лелаву мэ. Это трудно объяснить, Гиша говорит. Итак, утверждение или наша точка зрения должна основываться на достоверности. И поэтому написаны такие тексты, как Мадхьямика и Праманвартика. Мадхьямика устанавливает истинное воззрение. То есть мы ищем истину там, да, истину познаем реальность. А с помощью Праманвартики мы находим достоверность логического утверждения об истинности. И поэтому эти тексты, они дополняют друг друга. Мы истинно ищем реальность и то, что это достоверно доказывает. И поэтому мы также анализируем вот этот вид веры. Либо он слепой, либо достоверный, основанный на логике. И поэтому каждое утверждение, оно должно основываться вот на правильном логическом утверждении, заключении. Right now we not yet discovering reality. Right now we are not yet discovering ballet. That problem. Tanda manso karisa muyene su nye maso. Manso tsema chie nye maso. All our opinion, just believe opinion, we not yet found reality and ballot. This is our problem. If we found reality, we realize it reality, we realize it ballot, then much easier. But just now, we opinion, good opinion, bad opinion, but still like not stable. Во многих из нас преобладает только предположение об истине. Мы думаем, что это так, или это
и что мир существует таким образом или таким образом. И мы как бы думаем или додумываем, у нас какие-то концептуальные измышления на этот счет есть, и мы как бы придерживаемся. Но реальны, истинны ли наши воззрения? Или основываются ли они на достоверной логике? Достоверны ли они? Нам следует вот это проанализировать. То есть основываются ли они на твердом таком фундаменте логического обоснования? И если они основываются на нем, то мы можем заключить, что наше воззрение истинно. Если нет, то это только предположение. Well, yes, it. If you, mathematical logic and ballet cognition logic together very helpful, then our mind is really changing. Mathematical logic and ballet cognition logic, we learn and then really would change our mind. И вот это воззрение мадхьямики, основывающееся на достоверном познании, логическом анализе, могут действительно изменить наше мировоззрение, а может и могут изменить наше восприятие мира. We must look, reality. We must look, how to call it? Ballet. Ballet, that is our, we ask ourselves, which one reality? I don't know. Which one ballet? Till I don't know, really. И we need this. Нам надо размышлять на том, что является достоверным и что не является достоверным. Нам необходимо размышлять, применять анализ, который описан в таких текстах, как Мадхьямика или Параманвартика, и докопаться до истины, которая бы основывалась на доказательствах, истинных доказательствах. Yeah, I think now. Наверное, у нас вышло время, надо на обед. I think you are tired. Давайте скажем короткую молитву, наверное, для...